Мусульманская организация городского округа Котельники Московской области передает гуманитарную помощь в виде халяльного плова с говядиной, халяльной каши гречневой с говядиной, одеяла. И также передаем священные книги для каждого мусульманина, священный Коран на русском языке. Большое спасибо от лица Общероссийского общественного движения. Мы благодарим мусульманскую общину города Котельники за предоставленную гуманитарную помощь. Мы обязательно передадим все на передний край и, конечно, нашим братьям-мусульманам вручим священные книги для того, чтобы они могли молиться и во славу победы и поблагодарить вас за предоставленную помощь. Спасибо.